Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, что я хочу сказать? Это случилось. Недавно я зарегистрировался на бирже Binance криптовалютной, и там есть у меня кошелек биткоиновский и всякие прочие. И там, ну, я не там, я купил недавно биткоин. Ну и, честно говоря, тут же его продал. Вот, сейчас у меня, я потом приобрел криптовалюту Ripple. Вот, почему я это сделал? Вы знаете, что я долго сопротивлялся этому, я долго не хотел этого делать, потому что, ну, я не видел это, в этом особого смысла. Я считаю, что, ну, и считал, что криптовалюты – это крайне непредсказуемая вещь, поэтому я в это не вкладывался. Вот, несмотря на то, что все говорили кругом «давай, давай, давай, давай». Вот, но я всегда говорил, что все вот эти блокчейн-технологии, они неспроста. Что все вот эти вот криптовалюты, они неспроста, за этим будущее. Я и тогда, и сейчас это говорил. Вот, но так как курс криптовалюты крайне непредсказуем, он зависит, я до сих пор считаю, что, в общем, в основном от спроса предложения, то я в это дело не вкладывался и не вкладываюсь. Вот. Что значит «не вкладываюсь»? Смотрите, как произошло то, что я купил биткоины? Ну, смотрите, я считаю, что за криптовалютами будущее, за технологиями блокчейн будущее, и просто я хочу понять, как все это работает. И недавно мне позвонил один мой знакомый старый и предложил мне как раз... Он сказал, я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Вот. Но когда звонят с таким предложением, понятно, что зовут на какой-то сетевой маркетинг, но тем не менее я же, так сказать, могу и отказаться, правильно? Поэтому я пошел на эту встречу с ним. Просто, ну, во-первых, мне было приятно, мы с ним давно не разговаривали, давно не общались. Вот. И, ну, он был... Я знаю, что... Он хорошо вложился в биткоины, очень много потерял денег. Ну, он опытный товарищ. Вот. И мне было интересно, вот, ну, просто как это все происходит. Он меня призывал, действительно, значит, там и сетевой маркетинг есть, и все прочее. Вот, он мне рассказал про схему, как зарабатывать деньги на биткоинах при помощи робота, который вот вообще, так сказать, торгует, вообще дает исключительно прибыльные сделки. Об этом я скажу позже. Вот, я его внимательно выслушал, сказал, что нет, не нужен мне робот, я знаю, как они работают. Вот, то есть робот мне не интересен был, но мне было интересно, конечно же, как работает все вот это. Вот я у него выспросил все, что мог, и, ну, я решил попробовать купить у него непосредственно биткоины. Просто как это происходит, как это произошло на самом деле. Спрашиваю у него, на какую сумму можно купить минимальную биткоин. Он говорит, на любую. Хорошо, на любую так на любую. Вот, говорю, ну тогда я куплю у тебя, так сказать, ну я попробую купить биткоины на 500 рублей. На 500 рублей можно купить? Он говорит, можно. Я говорю, хорошо, я куплю биткоины на 500 рублей. И когда, просто для того, чтобы попробовать. Вот, он попросил меня зарегистрироваться по его ссылке на бирже. Он предложил зарегистрироваться на бирже Binance. Вот, это я с успехом сделал. Я ничуть не жалею об этом, о том, что я по его ссылке. Почему? Потому что для меня уже комиссия пониженная на этой бирже Binance. Потом я стал смотреть, что это такое за биржа Binance. Ну, я уже слышал, что это одна из крупнейших бирж, поэтому, ну и человек опытный, в принципе, Денис. Поэтому я
поискал информацию о, так же как, точно такой же подход, как на фондовом рынке, на Мосбирже, я поискал информацию о крупнейших криптовалютных биржах. И, ну, пока я, то, что я нашел, на всех без исключения ресурсах было написано, что Binance — это крупнейшая криптовалютная биржа. То есть, ну, если все рухнет, то она рухнет, наверное, в последнюю очередь. Вот, ну, наверное, это, ну, насколько можно говорить о надежности всяких криптовалют. Вот, но из всех вариантов, наверное, это все-таки, ну, один из самых надежных, так скажем. Вот, что еще я могу сказать, что я зашел туда ознакомиться с сервисом. Да, и там, ну, как бы, естественно, у меня лицевой счет, понятно, что он нулевой. Вот. И я выяснил, что, ну, там комиссии есть, они не такие маленькие. Вот. И минимальная комиссия там 0,305 биткоинов каких-то там. Вот, короче говоря, ну, при такой комиссии биткоин пополнять на 500 рублей, в общем сказать, не имело особого смысла, поэтому я купил биткоинов, каюсь, на 100 долларов. На 100 долларов. То есть я, как это произошло, я перевел Денису с карты на карту, с Тинькова на Тиньков, без комиссии, вот эти вот 63 тысячи, 6375 рублей, по-моему, там я посмотрел на бирже текущий курс. Вот, он мне на следующий день перебросил биткоины со своего биткоин-кошелька на мой биткоин-кошелек. Они у меня появились. Ну, я посмотрел на них и решил сделать первую сделку на бирже. Я все эти биткоины продал за валюту Ripple. На валюту Ripple я давно смотрю, потому что, ну, криптовалюта Ripple, вот, ну, я читаю, какие валюты есть. Самые крупные по капитализации валюты — это биткоин на первом месте, на втором эфир, на третьем Ripple, насколько я понял. Вот, и Ripple наиболее приспособлена для применения в банках, и многие банки на Азии уже принимают Ripple, и в Ripple, ну вот через систему блокчейн, на которой основана Ripple, они проводят транзакции. Вот, ну, поэтому я просто взял и положил эти, переложил эти деньги туда. Давайте посмотрим, что там сейчас у нас. Вот у меня криптовалютная биржа. Вот он, баланс мой. Это биржа Binance. Смотрите, у меня 0,105, 6, биткоинов. Ну, в долларах эквивалент 92,46. Было в начале 95 с чем-то долларов. То есть, ну, 3 доллара где-то я уже потерял. То есть, уменьшился мой кошелек на 3 доллара. Вот, ну, здесь я не сильно переживаю, максимум, что я потеряю, это, вы понимаете, вот эти самые 100 долларов. Вот, но я приобрету опыт, я посмотрю, что это такое. Вот, ну и у меня, посмотрите, 338 риплов, 338,661 риплов, ну и там остаток какой-то, какие-то копейки в биткоине, они у меня остались. Вот такие пироги. Но зато теперь я уже знаю, как переводить деньги с одного биткоин-кошелька на другой, и как переводить, где покупать биткоины и как покупать биткоины. Вот. И тут же мне позвонила женщина с просьбой вывести ее биткоины. Я говорю, да, сейчас помогу. Но я не смог ей помочь, потому что там полная катастрофа с этой женщиной, но это уже сюжет для другого видео. А на сегодня все. Оставайтесь на моем канале, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что вы думаете вообще по этому поводу. До встречи. С вами был Демидков Юрий.